Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на 10 человек, в которой я играю за Бразилию, в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, спонсоры канала видят все серии сразу. На этом вступительное слово закончено, приятного вам продолжения просмотра. Ну вообще я бы построил рабочего, камень бы я обработал и... Ага, попробовал найти железо, кого, если дай, будет. То есть, Лёша, ты вот мне не дал пройти, просто пройти воином, а вот этот... У меня скаут стоял на одной единственной клетке, где я мог город поставить. Я не если против, я его уберу, Лёша, то какой-нибудь встанет. Ты встанешь, Грек встанет. Я знаю, что ты не против города, но я не хочу терять варвары. Ходы. У меня просто были варвары, которые убили мне воина. И была обидна. Кто? Там никого, там не было никаких варваров. Так, зам, уже война, да? Варвара, где у меня Гао стоит, вот видишь, еще тут есть проект. Прикольно, и тут... Там было много варваров, я как раз шел город ставить, и они мне убили воина одного, второго почти. Блин, у меня варварский конь, всадник, прибежал к границам города, и третий ход стоит в защите почему-то рядом с ним. Не двигается, не нападает, ничего, просто стоит в защите и да все. Нет. Кстати, карта глобально вроде неплохо выглядит, и территории вроде у всех более-менее есть. Да. Только варвары, души. Я вот не соглашусь, например. У тебя нет территории? Я вот просто не могу. Вот, я просто реально... между Мали и Греком, при том, что... То есть у меня вот между Рио-де-Жанейро и Афинами 10 клеток. Между Гао и Рио-де-Жанейро 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клеток. У меня так было как-то относительно недавно, когда мы играли. Так я не понял, а где мой рабочий делся? Его убило извержение вулкана или что? Что там за ООО чудо строить 2000? Это Грек построил. Это разные люди. Блин, и тут город. Правильно, сливай, сливай нам. Мы знаем, что с ним делать. Блин, плохо за бафа нет. А за Мали кто-нибудь есть вообще? К Мали кто-нибудь встретил? Ну типа, чё мне туда идти? Есть, да? Значит, он иду. Живёт, да, немец есть там. Бегу, бегу! Слушай, немец... Давай вот это вот, получается, что где Франкфурт у тебя, вот на этой реке, ты не будешь больше глупо ставить. А еще раз? Где у тебя Франкфурт на этой реке, выше ты не будешь ставить. Ну, пока ну, что... Ну, момент, чтобы как раз клетки быстрее покупались. Вообще, мне кажется, типа, через театральный в минус Жейрос идти, но я даже не на реке. Профи, это не что стыдно. Бывает просто с картами. Надеюсь, все в темные вышли. Ууу, Грек нормальный. Грек, а чё так? Чё нормальный-то? Переборщили чудо, сами видим. Из-за чудо обосрался. Всё. Я услышал, только обосрался. Ну, это, конечно, полностью описывает ситуацию, но тем не менее. Ну, у меня просто тут сверху пустыня. Смотри, Мали, я своим варваром, ой, своим скаутом защищаю тебя от варваров. Спиной. Прям не даю им Гао подойти. Прекрасно, прекрасно. Не даешь, да, что с варварами заодно.
Опять меточки пошли, ребята, ребята, пожалуйста. Остановитесь. Что мне? Вот душат, вот скажи, Лёха. Ну, да. Ну, у меня как-то они странно себя ведут. Они ко мне приходят, стоят в защите. То есть, ну, я не знаю, какие-то... Нет, я имею в виду, что метки теперь это лучше. С варварами... А, метки, да. Вот какая-то игра странная. Метки душат. Варвары. Главное, что тебя не дропают. Я уже грустю. Я бы скаутом куда-нибудь. Опять все, прискакал. Еще раз. Скаутом уйди возле Морео, возле моей столицы. Куда-нибудь, в любое место, право, лево, мне обязательно. Ты забыл добавить быстро. Собрал свои манатки и свалил. Спасибо. Быстро ушел отсюда. Смотрите, а Грек тут купил клетку. Постою пока. Блин, мне бы убить варвара и железо. О, Кахоке. Кахоке хороший городок. Блин, эта тварь сейчас будет обстрел. Я, по идее, опыт получу и повышение тогда. Грек, подпиши, друг. Надо бананы здесь купить. Ну, я, мы с тобой дружим. Сан-Пауло не растет. Хотя с тобой единственные соседи, нам было бы неплохо с тобой дружить. Тебе, спасай меня. Чего тебя спасать? От злого дуболома варварского. А плотину-то в этом моде так и не перенесли, да? Уже дамбу? Да, дамбу ставили. Но канал... Не, подожди. А не, и дамбу, и плотину, да, ставили. Есть железо, да. Отлично. Ну, вот за нитки встали варенье, очень радует. Каменоломную ускорим, и сейчас... Лучшее, что они могли сделать. Что радует встали варенье? Зенитные пушки. Так, где он может город поставить? Они больше не в улучшенной баллистике. Вот здесь, скорее всего. Или тут на холме. Блин. Наверное, вот тут поставлю. Лучше бы они плотину поближе перенесли. Хочешь жить, мне вертец. Плотина, да, все равно ей не хватает. Как не хватало, так и не хватает. Сказать, в любой момент может у меня дружба закончиться с Греком. Мы там довольно рано встретились. Грек, где ты хочешь город поставить, чтобы я тебе не мешался? Ну вот смотри, видишь, ртуть. Ну. И две клетки выше. Ну то есть если я на холм сейчас встану, я тебе не буду мешать? Не должен. Ого, ты видел там какое чудо? Магнус или не Магнус? Вот в чем вопрос.
Я не нашел Везувий. Ну, он рядом с твоим разведом. Не понял. А, где чужой? Через реку. Подскажет. Ты че, с разведом или с воином? Нет, рядом с разведом. Ну, как рядом. Да, я письменность открою. А, все, я понял. Угу. Мали предложение. Так. Давайте строители. Мне сейчас придется вот сюда, конечно, вести. Хотя я могу здесь где-то поставить. Пускай не на реке, но... Да, акведук построю. Ну что сделать? Так, давайте этого... Вот давайте подумаем, если я тут ставлю город, то куда у меня здесь влазит? Мне, походу, надо вот сюда ставить. Тогда тут влезет. На реке здесь никак не влезет. Обстреливает. Так, обработку железа и ученичество ускорили. Я тут вернусь, а вот дуболомом надо все-таки здесь проверить. О! Guten Tag, mein liebe Ankinda. Детка, меняй ник. Три клетки. А нет, причем две клетки от сахара. Город тебе создает проблемы? Там, где Элькуру. Не, ставь там, главное, чтобы это. Главное, чтобы ты второй радиус мне не выкупил, а все остальное... Ой, я Магнуса не посадил. Я не буду трогать, он мне не нужен. Спасибо. Иду, главное, рабочим вырубать деревья под Магнусом, не посадив Магнуса. Это я молодец. Ладно, тогда, наверное, лошадей обработаем хотя бы. Так, назначаем все-таки Магнуса в Рио-де-Жанейро. А ну и не забудь, что я... Бразилец, и мне нельзя вырубать тропические леса. Блин, вот тут кампус офигительный, то есть мне надо вот эти бананы вырубить. Материалы лян, они город тоже защищают от вулкана или только районы? Который не дает город ломаться стихийным бедствием? Угу, да, вот я не могу понять, на город влияет. По-моему, нет, или, по-моему, да. Я не услышал. Ну, проверь, Андетка, ты что, прям думаешь, брать или не брать только из-за этого? Что еще раз? Я не знаю. Рейну в Сан-Паулу. Клетки быстрее. Но он клетки не дает точно ломать. Да, я знаю. Меня именно центр города волнует. Тут есть место хорошее. Но там вот центр города только я могу поставить. Ну, если написано здание, то, соответственно, я думаю, что в центре города здания не могут, а центр города районом тоже считается. Ну, я тоже так подумал, спасибо. Немец, слушай, а эти две... Так, а где бы мне политический район тогда? Я тебя очень плохо слышу, перерываешься. Организовать. Говорю, ГГшка над тобой будет жить? Нет, не будет. А? Не будет. Все. То есть, она, конечно, будет? Не сразу не будет жить, но как? Что еще раз?
Не, я просто... У нее просто неплохие улучшения. Ну, кстати, Мали тоже зажат между мной и немцем. Таня, ты помнишь, что эти улучшения нельзя обрабатывать? Нельзя обрабатывать? Ты их ставишь, бонус получается соседние клетки, но клетки, на которые это улучшение... И... Так, вылетел, загрузили снова. Я так вижу, в науку никто не спешит, судя по всему, всегда. Ну почему? У меня тут немец 18. Это немного. Перикал. Ну, то есть, если бы он два кампуса хороших поставил, и карточку уже было бы больше. Вот это меня удивляет, что он здесь пшеницу обработал, а не кампус поставил. У меня пока 0 кампусов. Аналогично. Поддерживаю. Не, ну ты понятно, почему без кампусов пока. Да я без священа. Вообще бедный человек. Ман. Как ты меня нашел? Может тапнуть лучника? А, меня. Голландия. Давайте апну лучника. Я не знаю, это ты нашел. А, я заюзил... ГГшку и видимость. Так, ну да, здесь, да, действительно, здесь надо кампус ставить в Сан-Паулу, пойду вырубать, собственно. Ну, дальше наски смысла идти нет. А что амбар... это не так, раз, два, три, четыре. Четыре хода. Спрятать золотую ГГшку. То есть, на пять ходов можешь нашел. Что-то еще построить. Может, амбар? Я ее уже встретил. Может, стены а пока. Что ты там прячешь, кстати, снять стены. Все равно. Имейте. Надо ускорить. Что-что? Союзничка. Прячешь. Нет, свою. Что-то там прячешь. Тоже... Это интересно. А я хочу напомнить, что ход бесконечный. Вот-вот. Немец, а кого ты встретил? Куда сходить людей? Перечисли, кого ты встретил. Я встретил иди просто вниз, скала, короче, иди вниз, за Кокохи, там этот амонитория находится. И шотландец. Шотландец, скорее всего. Да, шотландец, какой мы будем с тобой союзик заключать? Давай по ситуации или экономически. Вы что, уже в союзы выходите? Не-не-не, это так. Мы просто обсуждаем на будущее. Я думал, что это что там лидеры уже какие-то жесточайшие. Да не, у нас вот по 12 науки, по 12. Тут культур, озеро можно нормально. Будет город поставить, я думаю. Только Шамали сам может вставать. Влезть. Да ух ты, сразу это... два чуда. Все, я иду убивать. О, ГГшка. Грек, но обговаривали же с тобой, ну слушай, но я этот лагерь ковырял. И как бы мне даже вопрос не в деньгах, а вопрос в ускорении. И ты как бы забил на мои слова. Блин. Я тут сразу поставлю, тут говорил? Поставлю. Да, я говорил. Еще сюда влазит. Русский, как, перед тем, как Леша вылетел. Прослушал. Вот тут кампус хороший будет. Ладно, ставлю город. Я думаю, он просто тебя не уважает, нападай на него. Да, все, Лёша. Я тебя. Прикол, что Мали на него напасть не может. Так что. Я готов спонсировать войну, ладно. А я, пожалуй. Я могу взять у тебя деньги, но не воевать, как тебе такой вариант. А это не ты иудаизм случайно создал? Да, я не создал, но приму обязательно. Я понял, это как бы вот история. Блин, все хорошее разбирают, рыбки. А кто основал иудаизм, кто рыба? Я рыбок создал. Соло, у тебя хоровую музыку украли, только промка остается. А, ну кстати, ты не взял ни крестовую, ни защитку. Пойду крестовым все убивать.
Так, не успел взять производство. Но там один ход еще откладывается. Один ход еще работает. А кого? Кто Блин. Самый близкий? Грек охренел полностью. Я хочу грека выносить, конечно. Поэтому нам с тобой, наверное, нет смысла мы. Просто 100% взяли. Ну я пока продолжу дружбу. Я сейчас не собираюсь с ним воевать. Все время они берут религии, но ими даже не пользуются. А вот и политическая философия. Лучше украсть, чем не украсть, правильно? Ну это бред же. Да, но жизнь такая штука, может всякое случиться. Только неземная любовь в условиях единиц. Четко сказал. Да что происходит тут просто? Я один слышу вот так сейчас Влад говорит. Да, постоянно это со всеми. Так, тут какая-то ГГшка выше немца должна быть. Они обсуждали, типа, что ее убивать, не убивать. Куда дальше пойдем? Оборонительную тактику, может, пока. Еще кампусы надо строить, конечно. Так, здесь удаляем. Мне вот здесь места больше нравятся, поэтому я буду в эту сторону. То есть не, тут, не, конечно, тем более там, видите, подселил. О, производство надо выбрать. Вот сейчас уже надо выбрать. Вообще везде, где мы встретились? Так, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Блин, может уже прекратить поселенцев строить? Кура, кстати. А у нас Грузия в игре есть? Ребята, не, Грузия. Не Кура. В честь кого-то Кура названа. Это ж не бразильское явно название. Ну да, я походу на острове. Видишь, как тебе хорошо. Главное не расстраивайся. Ну, Мали тут куча места селиться. Поведу сюда. Мне тут сверху не очень нравится. Ну, то есть мне есть куда тут захватил. Здесь с акведуком ставить город не особо. Может, в дальнейшем я еще что-нибудь поставлю. Давайте тогда отменим здесь пока. Я могу тут кампус нормально поставить. И все на плюс один. Ну, здорово. А давайте центр коммерции. Лёш, слушай, вот там, где Сан-Паулу твоё и моя у Алата, может быть, ты заберёшь нижнюю клетку, а я... Ну, давай. Просто мне вверх... Нет, тут я... Мне подрёшь уже весь вулкан. Я как бы посмотрел, там выкуп культурный, ну, не предвидится вроде. Только разница в том, что просто у тебя это третий радиус будет, а у меня второй. Второй радиус. Это второй радиус. У тебя это третий, о чем ты? Твоя нижняя? Прям справа от коней. Это будет второй. Нет, ты мне предлагаешь, типа, ту клетку, которая для тебя третий радиус, правильно? Но для меня второй радиус. То есть ты как бы выкупишь клетку в моем втором радиусе. Некрасиво не позволяет себе. Некрасиво не делает.
Не, ну я согласен, как бы, я не... Нормально. Блин, а чё он тут прекратил ход? Что тут такое? Тропический лес? Ни хрена не видно, что там тропический лес, прямо скажем. Это было с уважением, а детка. Ну, вот, первый раз без уважения, потом с уважением. Первый раз. Давайте строители. Ножкой. И, возможно, со временем поймешь, почему так. Возможно. Ну хорошо, я согласен. Такое это нормальная практика. Да. Моментом бар. Давайте, блин, давайте решим все-таки с правительственной площадью. Наверное, где-то здесь. Ай, короче. Тут как раз откладываю на кампус, нормально. Плюс 5 кампуса. Как вам? Как тебе такое, Илон Маск? Так, это относится к столице же, да? Тут у нас будет кампус. Слушайте, может что-нибудь быстро открыть, чтобы карточку убрать? Ой, можно поставить на верховые юниты. Блин, да все-таки не зажат здесь Мали между мной и немцем. У него тут дофига места. Форталезе. Блин, ну я хочу где-то здесь поставить... Правительство. Или здесь. Слушайте, вот тут правительственная площадь. О! Вот сюда. Тут и этих мало. Лесов. То в один тропический лес только придется вырубить. Отлично. Тогда вот сюда, например, кампус хорошо встанет. От Рио-де-Жанейро. Потому что от Кампинаса у нас кампус вот тут будет. Кстати, я хочу выкупить клетки эти, а то там грек напряженный. Так, тогда центр коммерции... Ну, просто здесь, наверное, поставим. Здесь в Форталезе кампус вот тут, плюс 3. Ну, в принципе, приблизительно все понятно. Сюда поставим кампус. О, грек, здорово. Открой карту. Привет, дружить будем? Да легко вам, с тобой очень далеко друг от друга. С радостью. Рынок построю. Так, тут пойду вырубать здесь для правительственной площади. Опа.
Детка, давай я тебе помогу, раз уж ты такой был уважительный, и скажу тебе, что тебе нужно вниз идти. Вниз, а не влево. Благодарю. А вниз куда? Слева или справа? Справа вниз. Слева нельзя прийти. Справа и вниз. Падай моего. Угу. Благодарствую, товарищ. Наска. Так, Сан-Паулу уже... Ну... 10 ходов. Ну тут нужен кампус плюс 5, это вообще... Офигительный будет кампус. Ну, в Кахокию надо отправить, но не прямо сейчас, у меня даже ни одного рынка нету. Что прям мы долго в эпохе торчим, да. Ну, наука, я же никто не спешит. Наука, да, что у всех с вами. Ну, как бы 60-х, кто там, 58-й, это нормально. Так, вернусь вырубить здесь камень. Для Рио-де-Жанейро, конечно. А этот идет... Может, по пути тогда здесь еще? А сколько этого заряда осталось? Один. Значит, тут вырубим лес. Нет, слишком быстро тогда... Нет, надо сюда идти. Я хочу после рынка построить сразу караван. Да. Так, меняем. Сколько еще будет поселенец идти сюда? Блин, уже скоро придет. Два хода. Хинул, держи. А что там следующее у меня открывается по культуре? Один ход мистицизм. Нет, пока не буду первого посла. Сюда производство против варваров. Ну, не знаю, у меня нету варваров сейчас. Давайте на... И строителей... Чтоб строители быстрее строились. Так, здесь в очередь амбар. И пойдем в исторические хроники. Кумбисале. Ну, тут у Мали, конечно, куча не, гор. Не, тормози, ты, мы поняли, что ты крутой, но не так же. Что ты говоришь? Я говорю, это по науке уже прям быстро так. Да, это я просто покачал кингалу. Знаменитый кампус в Сан-Паулу. Ну, Грек, ну вот, что ты вот на линию фронта стоишь? О, все, здесь вообще горы. И здесь горы. Ну... Ну, смотрите, что сделал. Я думаю, он на меня будет нападать. Ну, Манаус, конечно, берется. Тут я не спорю. Но мне тоже надо военные юниты поднастроить. Конкретно... Время. Тоже военный лагерь надо сделать. Ну тут давайте я выкуплю клетку и военный лагерь построю, чтобы он тоже не думал, что у него все так хорошо.
в жизни. Так. Ты нашел он, детка? Да, благодарствую. Обращаюсь к тебе. Хочу тут исследовать. Так, а этим отправлю сюда. Соло, конечно, и партизан. О. Фу, не даешь морозить, что такое чисто. Не, ты не спрашивай. Мали, ты решил подорвать нас все. Ислам. Кто меня перекупил? Вот Влад, нехороший человек. Не, мне нужно было. Я почти не прошел через нее, мне как бы был. Именно проблема в том, чтобы пройти через нее. Андетка, И надо бы тут выкупить. Что? Мали заберет вот себе. Там уже что-то ходит. Блин, откуда ты пришел вообще? Непонятно, человек. Кто, грек? Нет. Который этот, малиец. А я не знаю. Может, Нуби? Убийц. А он возле меня живет. Слушайте, а может мне тут поставить город? Братья. Вот этим поселенцам. Ну, все-таки на побережье. А, вот, Влад. Минус Джейросы не помешает. А то у меня только один город получается на побережье. А я там к вам пришел сам. Я вон, детки, гуляю в гостях. Так, давайте я подойду тут. Ну и бразилец меня нашел. Все меня нашли. Прекрасно. Двое, три человека осталось. Я буду очень против, если ты там сейчас город поставишь. Влад. В смысле ты будешь против? А где ты же... А, я вижу. Ну блин, а мне там нужен город. Я могу на клетку, на рис поставить, на клетку ниже, если тебе так легче будет. Не будет. Если можешь вот. Еще ниже. У меня там блочки другие города. А то... Война. Придется здесь. Ну так ставить. Смотри. Вот у нас встали города. Нет, у нас не встали города. Ну ты же поставил. Ну я хреново из-за тебя поставил. Что я могу сказать? Я хотел вот выше на реке. Видишь, я хотел выше, где лошадь стоит. Выше лошади. А-а-а. Война. Слушай, война. Там это, у меня рядом следующий город. Два города в трех клетках. Я не просто так, поэтому... Ну и что? И у меня в двух клетках, и что? Ну, нет, это же клетки, где я стою. Так, а как мне сейчас действовать? Ты, типа, мне не ставить город? Тебе нужны лошади? Ну, я тебе не рекомендую там ставить город. Я вообще... Грозы. Мне просто некуда ставить город больше. Война, война. Ну, блин, сэр, вот шел бы я сюда. Там проход, две клетки, которые я хочу как раз этим закрыть, и я не могу его ниже поставить, к сожалению. Я могу на рис поставить. Ну ты понимаешь, минус Джейрос и там вот это вот все, у тебя просто, ну ты не удержишь, если мне ну, вдруг захочется. Ну я на клетку ниже поставлю. О, угроза. До них еще дойти надо. А ты не даешь мне поставить на клетку ниже? Так, из Бразилии, а тут отправим из... Давайте из Манауса, мне нужно производство.
Я сейчас на изоляционизм возьму. Ну, короче, со всех сторон тут поджали. Че за ГГшку вынесли? Да не важно. О, так тут еще и соло рядом. Прикол. Что там случилось? Я ничего не знаю. Лавента тут внезапно умерла. Да. Я не знаю, она сама, ребят. Я ничего не знаю. Я честно. Жить в дружбе. Можем, конечно, воевать, но пока ты дойдешь до своих юнитов, я тоже дойду до чего-то сильно. Вот это аргумент. Ну, я смогу отбиться. До горца. Он дойдет до горца, Леша. Так зачем мне горца? Я был угодно дойти. У меня 7-й город сейчас стал. Горы. Науки я не буду, я давно отстал. Привет, Россия! Здорово. Я предлагаю дружить, Алексей. Я могу тебе дать право прохода. Не будем дружить. Но можем и воевать. Ну ничего, что мне с ним сейчас воевать, вы понимаете? Сейчас-то нет. Давай, право прохода. И что, мы будем дружить? Ну да. Так, ставлю здесь. Давайте строителей оставлю, изоляционизм. А, так это вот через горы живет этот... Да, человек. Там, да. Лёша? Да. Какой? Лёша справа, Лавенты, а Грек сверху. О, прикольно. Угу. Кстати, слоны кому-нибудь нужны? Чтобы с тобой поменяться. Давай. Видишь, как хорошо дружить. Офигительно. Вот, детка, вот зачем баллоней перекупать, а? Зачем тебе ее одному держать? Ну, отправь 3 посла, зачем 4 сразу? А я 3 отправил, на самом деле. Ну, понятно, ну так... Тебе мало корпусов, кампусов на плюс 6, да? Только один кампус, алло. Эй, алло, один кампус. Алло, слышно? Один кампус. Всего один маленький кампусочек. Ну да, там по науке кто-то вот соло. Странно, соло типа не встреченный мной. Хотя он тут уже лавенты прям захватывает. Так, ребята, я ничего не делал. Не виновен. Так, вот тут еще надо вырубить. Ну я бы кампус построил. Справа у тебя кто-то есть, Андетка? Плюс 3, видите, кампус плюс... И тут плюс 3. Там... Ну справа же голландец. Не, ну тут у меня кампус сюда будет. Может, тогда это место для Сальвадора да Баия оставить кампус? Вот это. А здесь Рио-де-Жанейро? Ну да, давайте. Тут отложим пока производство. Ты уже всех нашел, что ли? Пойдем вырубим пшеничку. Время.
Может, не откладывать, давайте колесниц поднастроим пока. И потом всадников. Блин, я Лян не назначил. Слушай, да что ты сидишь? Я ну, прям уже Дабая. Жду следующий. Да, нормально. Я не спеша себе вышел в золотой век. В самый раз. Не, да я просто перенабрал столько очков, что так обидно на самом деле. Я тоже перенабрал. А спешить не надо, ребята. Не надо спешить. Нет, я не спешил, но там суккуба просто. Это, религия и тут. Так не надо было брать. Какой надо жил без них? Кого? Суккубу не надо строить? Религию. Вот взял религию, вот зачем тебя она нужна? Взял, типа, у меня забрал религию мою. А у меня она есть. Но вот она мне прибавляется, как бы, мне районы строят на 10 раз дешевле. Вот ты зачем ее взял? Я ислам взял. Что тебе не нравится в исламе? А, ты не про себя. Я про рыбки. Про рыбки. Ага, ну... Ну вот предъявляй рыбкам, я как бы... Боже, боже, как они звучат. Четко, лучше фест перекупил у этого. Вам не надо рассказывать, симки у нас ггшки. А, это просто топ игроки, блядь. Не, ну это ж не в скилле, это чисто... Я про фест и про это уже с самого начала все знали. Про фест никто не знал до этого момента. Спасибо информатору, человек. Может, если давай. Кто-то глухой, то я ж не виноват. Грек, давай обменяемся. Просто бояться. Боятся. Близко-то. Грек с Лешей прям близко. Да, они соседи. Ну ты если что знаешь куда обращаться, Грек. Ты спонсора записался? Ни в коем случае. Хлопок есть, там уже хлопок есть. Ни у кого что ли нет ничего? Лёша, ты же будешь скоро или Грек? У меня будет скоро. Вот. Ну давай. Поспеши. Через пару ходов буквально. 2-3 хода, и все будет. Окей. А если Грек на меня нападет, мне можно к тебе соло обращаться? Обращайся. Я не буду дрожить. С тобой дружки теперь жестче, я же теперь правильно. Я против, чтобы кто-то кого-то выносил. Ну, Биц, какое тебе шлем больше нужно? Центр коммерции. Культура или золото? А что, у меня еще два кампуса не построено, только я один? Я бы, если честно, надо про культурный подумать. Так, там наемники, наверное, ускорились. Влад, а у тебя там есть какие-то чудеса? Наемники, наверное, давно уже ускорились, да. Так. Прости, реально тупо чудес. Этот раз что и сами не завезли. Обычно завозят, а этот раз нет. Так, по поводу дружб, это зависит от того, какие вы тут религии пытаетесь разносить. Ну, у меня мирная. А где твоя религия? А, православие. Реликвии утраивают
У ислама все чудеса света дают плюс 4 веры. Соло, ты обещаешь свою религию не разносить? На тебя? А ты не хочешь мою религию? Да, не хочу. Ну а что, она ничего не дает. Ну ладно, тогда не... Возьми что-нибудь приятное. Что-нибудь нужное, полезное. Лата, займешь еще 4 монетки? Легко. Времени только мало. Занял. Низкий тебе поклон. На этом пока все. Спонсоры канала уже сейчас могут посмотреть продолжение, а все остальные увидят его завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!